Погода не подвела. Слушать песни и танцевать на улице было вполне комфортно. Праздничные мероприятия проводились во всех парках и скверах города. Но главной площадкой стала Пушкинская площадь. Праздник открылся с исполнения гимна России и Кубани. А потом флагоносцы, представители всех городов и районов края, а их более 40, под песню «Вперед, Россия!» пронесли по площади стяги с символикой своих районов. А два главных флага, российский триколор и флаг Кубани, провезли байкеры. Поздравить краснодарцев с главным государственным праздником страны пришли первые лица края и города. Россия прошла сложный путь своего развития. Четверть века потребовалось, чтобы ослабленная, еле живущая Россия 90-х превратилась в современнейшую, самостоятельную, могущественную державу, определяющую и понимающую свою роль на мировой политической арене. Четверть века потребовалось, чтобы россияне поверили в свою страну, стали гордиться ею, своим президентом, и чтобы сегодняшний праздник в сознании людей стал по-настоящему национальным, главным праздником страны. Величественную Россию мы можем передать своим потомкам. С праздником великой России! Краснодарцы своим трудом крепят могущество и страны, и нашего Краснодарского края, и города. Многие успехи, те, которые мы добились, это начало еще той большой работы, которая предстоит нам на большую перспективу. Уже стало доброй традицией в день государственного праздника вручать молодым людям первые в их жизни паспорта. 13 человек из рук главы региона и мэра города получили свой первый взрослый документ. В этот день каждый не только признавался в любви к своей стране, к своей малой родине, но и большинство собравшихся говорили о единении и сплочении народа. На Пушкинскую площадь люди пришли целыми семьями. Практически у каждого на груди был российский триколор. Важно очень показать, что мы едины, что мы действительно Россия, что мы сплоченные, что это праздник нас всех. С каждым годом наша страна все больше и больше объединяется. Это видно по нашему народу сплоченному. Праздник, конечно, государственный, народный, видите, все счастливые, довольные. Сейчас, мне кажется, более сплотилась вся наша нация, потому что очень много факторов внешних, которые противостоят нам, как государству. Пришли с детками погулять, посмотреть на выступление. Настроение отличное, все замечательно, веселый праздник. За безопасностью и порядком следили полицейские, казаки и добровольцы. Всего около 800 человек. Несмотря на то, что официальная часть закончилась, концерт продолжается. Организаторы обещали зрителям красочное шоу и выступление звезд отечественной эстрады. Хедлайнерами праздника стали музыкальные группы «Интонация» и «Челси». Завершился праздник большим праздничным салютом. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.